Добрый день, дорогие друзья. У нас в ремзоне автомобиль Ford Kuga 2012 года выпуска с пробегом в 90 тысяч километров. На нем производится плановое ТО, замена масла, фильтров, а также была сделана комплексная диагностика автомобиля. По результатам диагностики выявились многие неисправности с проблемой ходовой части и тормозной системы. Сейчас занимаемся ремонтом. А также на этом автомобиле были демонтированы радиаторы системы охлаждения по причине забитых радиаторов. Снимали, чистили и установили сейчас на машину. В передней части автомобиля при диагностике выявились неисправности пружин передней подвески. Вот она стучит, соответственно, пружина поломалась спереди. Будут меняться пружины, амортизаторы, опорные подшипники и устанавливают все на автомобиль. По задней подвеске меняем сейчас рычаги, нижние развала. Рычаги короткие. У них тоже было повреждение в сайлентблоках. Будем ставить новые. А также задние тормозные диски с колодками. Здесь тоже произойдет замена задних тормозных колодок и дисков. С левой стороны обнаружена течь амортизатора. Видны потеки масла. По времени такая работа займет около 12 часов. Сумма составит за ремонт 29 400 рублей. Мы даем гарантию на свою работу 24 месяца. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.